Всем привет. Вот два карбюратора Микуни. На вид они оба одинаковые. По внешнему даже ничем не отличаются. Вот этот, который карбюратор у меня в руке сейчас в данный момент находится, это от Yamaha UBR 125. Это китайского питбайка Apex 125. Вот. Абсолютно одинаковая. Но есть отличие. Здесь нет вот этой губушки, которая на данный момент отсутствует. Во-вторых, не знаю, будет ли видно, нет, где отверстие обогащения смеси на холодном запуске. Здесь от UBR маленькое, на Apex довольно большая. Ну, это ладно. Разница еще в том, что не знаю, вот видно, на UBR написано Микуни, надпись сделана таким шрифтом. На Apex сделано вот таким шрифтом. Ну, это ладно. Что самое интересное, будет внутри. Который пришел мне карбюратор на от Yamaha UBR 125, у него был получается сам карбюратор плюс вот такие же клёры в комплекте. Вот сейчас мы залезем вовнутрь. Ну да ладно. Здесь получается держится типа пружинки и игла вот так вот крепится. Это мы сейчас разберем, все увидим. Так, а теперь снимаем, вытаскиваем. На вид точно такая же, одинаковая, ничем не отличается. Но самое что интересно, крепится вот так вот. Пластмассовое стопорное кольцо на пружинке. Но по цвету их сразу видно. Вот сфокусировалось. Сейчас я положу на ровное место и посмотрим. Посмотрим на иголки и сравним. Не знаю, видно вам, нет, но я вижу разницу в том, что который от UBR более ровный конус, но Apex с резким заужением. Вот. Так по внешне ничем не отличается. Пружинки. Apex и Йобрик. Вот они, даже разной длины. От UBR такая жесткая.
от Апекса. Мягкая такая. Это прям так с усилием. Ну, это, ладно. Дальше сейчас будем разбирать, что у них внутри. Ну вот, теперь они разобраны. Теперь они разобраны и видно. Самое, что интересно, сейчас заметил. Болт. Так называемый, который его обогащение, смеси идет. Здесь он так стоит. Здесь он вот так вот, туда уж утопленный. Жаклер здесь стоит толстый, такой довольно большой. Здесь он маленький. Не знаю, видно не будет видно. Здесь стоит мостов. Одной здесь стоит, не знаю, видно, не видно, 95-й. Карбюраторы абсолютно не были настроены, не настраивались ни тот, ни другой. Видно, как упаковка камеры у Апекса стоит вот так вот, у Ибера вот так вот. У Ибера она более ровно стоит, чем на Апексе. Ну, в принципе-то больше никаких разниц, я думаю, здесь не наблюдаются. Ну вот, не знаю, здесь вот сделаны все отверстия. Вот так вот. Здесь сделано вот так вот. Здесь они даже никакой обработки не были. На китайском сделали обработку. Все ровненько, все хорошо сделано. Здесь, видимо, не очень. Что самое интересное, здесь нумерация на карбюраторе там снизу N6. Здесь просто нумерация N. Ну и в принципе-то ничего такого больше особенного нет. Конечно, можем попробовать, насколько закручены обороты. Посчитать ради интереса. Считаем пол оборотов. Раз. Полтора. Два. Даже 2,5 нету. Пол оборота. Раз. Два. 2,5. Вот. Здесь вот так вот. Давайте на этом посчитаем как. По обороту. Оборот. И все. По обороту. Раз, полтора, два, 2,5. Смотрим, как выходит болт.
здесь, как выходит болт вот здесь. И, конечно, их выкручивать я не буду, смысла нет, наверное, они по-любому одинаковые. Но, в принципе, давайте попробуем выкрутить и ради интереса просто посмотреть, что и как там. Здесь он вот такой. Смотрим, ёбрышки. От ёбрика вот такой. Оказывается, они еще и разные, вообще абсолютно. Ну, делайте вывод, где Микуни оригинал, а где не оригинал. Вот. На этом у меня обороты на родном очень плохо сбрасываются и постоянно работает нестабильный двигатель. То ли ему хватает, то ли ему не хватает, непонятно. Будем пробовать ставить вот этот и снимем видео, как работает на ЕБРовском. Все, всем пока, до новых встреч.